Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Здравствуйте. В эфире программа «Союз нерушимый». Ведут программу сегодня по традиции уже сложившийся Азиз Агаев. И Владимир Сметанин. Я думаю, Азиз Алиевич, что мы уже в своем приветствии и в своем поздравлении обозначим тему сегодняшней передачи. Да, я всех я хочу поздравить и, наверное, Володя Проседанец. Конечно. С Днем Победы. И с этим днем, который, с одной стороны, вызывает гордость, чувство гордости за страну. С другой стороны, чувство внутренней печали. Вот. Очень много чувств смешано, когда ты вспоминаешь День Победы. И очень трудно, согласитесь, выразить какие-то моменты словами. Да? Лучше как-то, вот, наверное, промолчать, немножко склонить голову. Подумать. Не говорить, наверное, во многих случаях. Да, как-то будет не говорить лучше. Лишнего, а просто подумать, и поразмышлять, и вспомнить. И, я с тобой полностью согласен. Вот сейчас до начала передачи вы сказали как раз-таки о том, что у Победы нет национальности. Нет. Нет. Какого цвета Победа, да? Все-таки это вклад многонациональной страны. Это наша общая заслуга. Да. Тех народов, которые проживали вот тогда, уже очень много лет назад. Да, в нашем едином Советском Союзе. Да, да, да. Ну и сегодня мы в нашей программе все-таки этот принцип многонациональности сохранили, постарались сохранить. Большое спасибо, я хочу сказать, Ильнуру Гусейнову, президенту благотворительного фонда «Азербайджан», что помог собрать нам сегодня гостей в нашей студии. Давайте их будем представлять. У нас сегодня здесь представлены, ну, во-первых, Узбекистан, во-вторых, Азербайджан. В-третьих, Дагестан представлены, то есть те самые вот народности, которые тоже непосредственно участвовали во всем этом, и до сих пор память о погибших там чтится, хранится, как именно, мы сегодня выясним. Итак, представитель узбекской диаспоры в Кировской области Алижан Саитов. Добрый день. Здравствуйте. Давно хотели очень видеть вас в нашей студии. Наконец-то вы пришли. Да, да, да. И заместитель руководителя дагестанского землячества в Кировской области Кайдабек Кайдаров. Ассалам алейкум. Добрый день. И, прям-таки самый молодой сегодня участник нашей беседы. Это Мурат Алиев, член молодежного комитета благотворительного фонда «Азербайджан». Мурат еще и поделится сегодня воспоминаниями о своем прадедушке, да? Участники Великой Отечественной войны. Два прадеда у меня воевали, я расскажу вам. Ну, вопрос, наверное, не самый свежий, он постоянно задается и во многих программах и передачах. Так всегда. Но, тем не менее, остается интересным все время. Да. Там, что для вас конкретно, да, значит, вот этот день Великой Победы, 72-я годовщина. Гайдарбек, поближе к микрофону, пожалуйста. Ну, когда мы, я про себя скажу, как вот у меня вот дрожь бежит, когда я вспоминаю вот именно про войну. Представить, если себе представить, что это было. Ну, мы по фильмам это знаем. Сейчас, может быть, меньше смотрят. Но в мою молодость и мое детство на этих фильмах мы видели это все, росли на этом. Дух, чувство патриотизма, он у нас в советские времена прививался, этот дух достаточно... Ну, хорошо. Системно, я бы сказал. Да, да, было так. Системно это было. И вот это все остается у меня. Я надеюсь, что молодежь тоже это не забыла. Молодежь тоже, если где-то мы упустили какие-то года, вот этот момент, это в силу вот развала страны. Но это все сейчас поднимается, наверное, возобновляется, наверное, как вот патриотизм. А по поводу войны... И именно роли Дагестана в войне. Ну, как и все народы, Дагестан тоже участвовал. Это беда, которая объединила все народы нашей страны. И когда когда настигает горе, беда, всегда объединяет народы.
Ну, есть эти официальные данные, да, по союзным республикам. Да, они, я думаю, что сегодня все озвучим эти цифры определенные. Вот я Гайдарбека хочу поддержать, что вот я, он говорит, и я про себя, сам себя спрашиваю, и вот это вот ощущение вот, вот общей победы, вот, да, и вот это ощущение это, там, да. Есть это действительно такое трепетного ощущение вот трепета, угу. При этом, да, это действительно... А если вот сказать, ну, там статистика, наверное, разная есть, я не могу... Точные сказать, цифры. Точные цифры назвать не могу, но 150-160 тысяч человек из Дагестана как бы ушли на фронт. Были демобилизованы, призваны, да. Это, простите, мобилизованы, да. Это те люди, которые военноспособные, как их... Военнообязанные, да, которые защитить страну, ходят, да, призыву, подлежащие призыву. Помимо этого еще ополченцы были, старше 55 лет, которых не призывали. Они отдельные отряды создавали. Ну а что такое 55 были. Лет на Кавказе? Это еще, насколько я понимаю, такой, ну, для, для мужчины уже солидный. Солидный, да. Но это когда еще... говорят, что теперь ты можешь сидеть и смотреть, как твои дети, значит, тебе чай подносят, как внуки резвятся. Просто я исхожу из того, что Кавказ долгожители, да, в первую очередь. Они, с одной стороны, долгожители, а с другой стороны, дети рождались уже, они уже рано женились, угу. И уже, скажем, 40-45 лет у человека уже внуки могли появляться. Так сказать. Вот мне 57 лет, я себя чувствую еще 25-летним и готов... Заметно, кстати. На любое это. И вот из тех, которые... лезгинку, кстати. Ну да, приходится. Чтобы веселить, развлекать людей. И вот тут что получается. У нас более 150 тысяч человек ушли на фронт, вернулись, или не вернулись, более 90 тысяч человек. Вот такие потери были. Героев... 50 героев, 54 героя, 54 героя и 4 героя России. Это 54 героя это Советского Союза. Дважды герой Аметхан Султан, летчик, более 60, между прочим, азербайджанскими корнями, по-моему, Аметхан Султан. Да. Российские азербайджанцы, то есть в Дагестане есть, да, значит, да, да. Азербайджанцы, проживающие компактно на территории Дагестана. Да. И вот более 600 вылетов у него, более 150 этих боевых вылетов, участия в боях. Он в 71-м году, до 71-го года жил. Угу. Он после войны тоже прожил. Но есть подводник, первый из дагестанцев первый герой – это Магомед, герой Советского Союза, Магомед Гаджиев, подводник. 10 судов врага, потопленных. Врага потопил он. Угу. Это на Баренцево море. Магомед Имамуддинович Гаджиев. Но, как я сказал, уже более 50 героев. Всех не перечислить в программе, в этой программе, конечно, в формате этой программы, но... Дух вот такой вот был он, и не только у дагестанцев, это у всех народов, был, которые, да, это у всех народов и всего Советского Союза, угу. Вот такой вот дух, ненависть к врагу был, поэтому мы и дошли до самого Берлина. Ну и у вас, да. Безусловно, в семье тоже есть предки, которые, да. Непосредственно... Да, да, из семьи непосредственно тоже, конечно, пришлось поучаствовать. Дедушка ушел в войну, не вернулся с войны. И, ну вот, ну, в общем, наверное, есть среди родственников тоже, да? Есть, да. Их, да. Просто вспоминать их, наверное, сейчас тяжеловато будет. Да. Алижон, а что вот все-таки, как Володя уже этот вопрос, так сказать, я повторю, что вот для тебя, вот когда ты думаешь о победе, о войне, что для тебя это значит? И тогда уже сразу, как сегодня Узбекистан, значит, отмечает этот день ежегодно.
Спасибо. Пользуюсь случаем, я поздравляю всех ветеранов с праздником. Узбекистан, конечно, при новом президенте, сейчас у нас вот недавно вот избрали президента Шавката Мирзиёевича, Мирзиёева. Вот, и очень большое внимание уделяет на праздник. И вот по интернету, мы по новостям вот смотрим, даже вот Бессмертный полк в этом году, очень приятно даже смотреть. Вот, именно 9 мая. Да, именно 9 мая. Даже вот эти всякие вот наклеечки уже начали вот раздавать люди, молодежь. Победы, да. Ну, там флаг нашего цвета, вот так, с Узбекистана. Вот, люди разного национальности в Узбекистане живут. Вот, 130 национальностей, все вышли на парад даже. Мне приятно было смотреть. И потом и этим оставшимся живых ветеранам уже начали подарить так, в деньгах, и машину начали подарить в этом году. Угу. Это очень приятно. Там показывали по этот телевидению, вот мы как посмотрели. И также парад был. Да, парад был, да. Вот парад вот такой обширный даже. Вот, приятно, вот когда вот этот, как наши вот коллеги сейчас перечисляют, что вот это наша общая победа. Это вот даже приятно. Вот все люди вот стали стеной и воевали, да. Вот. И в Узбекистане еще вот так, люди, которые вот оставшиеся живых, вот, ветеранов, да, и им уже начали выделять уже даже не только вот эти автомашины, вот это деньгам, и даже у кого там, например, жильем проблем, угу, тоже начали даже вот им поздравлять. Вот эти, в России тоже начали, такая программа есть, да, только она как-то в этом году большое за претензии, да, воплощается как-то. Выделяет очень большое внимание. У меня вот отец служил. Вот, и, ну, только до Берлина не дошел, но под Смоленском ранен был. И дядя единственный мы потеряли. Вот, до сих пор я вот ищу там, mm-hmm, по интернету везде, так, снайпером был он. Mm-hmm. Его, когда последнее письмо у меня еще дома сохранился, вот он ранен был на левую руку. И тоже вот под Сталинградом, по-моему, вот там он уже письмо последнее пришло, и он говорит, ушел из госпиталя, так и вот все без вести пропал. Mm-hmm. Мы не можем найти его, конечно, очень жаль. А какие письма ваши родные писали с фронта, известно это? Да, вот письма. Передавалось у вас? Да, вот последнее письмо, которое вот он написал, что ранен был, да, и его как бы после госпиталя уходит уже. Угу. Вот это письмо там. Это было последнее письмо. Последнее письмо, да. Вот единственный дядя, ну, что писал, наверное, как обычно, там, целуйте, люблю, всех обнимаю, да? Да, он, да, вот молодой уехал еще, не женившийся, это, конечно, он все, как больше любил он своих родителей, сестру, которую мою мать, да, и писал он всегда вот хорошие слова, конечно. Как они там воевали, как они дружат между собой. Даже там не было никакого вот национального вопроса. Даже приятно. Вот я вот читаю вот это письмо, до сих пор вот даже дружим. Ведь хранятся письма у вас? Да, у меня вот письмо последнее. Я вот и еще ордена, которые отцовские, все я держу, он как храню. Вот, и у меня дома лежат они все. Да, видите, как память. А какой все-таки передается хорошо, да? Да, вклад, вот, может, ты можешь больше рассказать там, какой вклад Узбекистана был? Вот, что делал Узбекистан как республика, да, для фронта? Это и в тылу, и в войне. Большой как бы героизм вот совершали. Вот у нас генерал Сабир Рахимов, вот я знаю, что он воевал, да, и в тылу, я вот как раз я хотел вспоминать, у нас сколько людей вот эвакуированных приняли. Даже вот, до сих пор, да, вот, да, даже, да, украинец, еврей, да, и да, вот еще там русские, там они отцом, папой назвали узбека. Угу. Это очень приятно, когда слышишь вот это. То, что мы по интернету сейчас вот все вот архивы сохранились, я вот смотрю, как людей последний вот хлеб свой делили там. Вот так и они людям, детям помогали. Это я тебя, да, полностью поддержу, угу, потому что Узбекистан, Таджикистан, это были, Узбекистан особенно, это были республики, в которых люди, эвакуированные, да, 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 с голодных, как бы уже они, если бы действительно не в этих республиках, то потери, ну, у нас могло быть. Географическое гораздо положение позволяло, да, все-таки вот как-то сохраниться, уберечь. Да, да, да. Хоть что-то есть, было всегда, да, в этих южных, как бы, регионах.
и гостеприимство, да, с которым они принимали всех людей. Бильдарбек, это позволило выжить многим людям. И подчеркну, скажу, 43 героя Советского Союза из Узбекистана. Вот, да, смотри, видишь? Это дагестанец, да, дагестанец знает. Я еще не успел говорить. Я главное, генерала я хотел сказать. Сабир Рахимов. Там, знаете, вот поехали-то все разные национальности. И узбеки там, с Узбекистана там. Ну, конечно, там сортировки. О сортировке и речи не могло быть. Какая сортировка? У нас не было национальности, у нас война была. Да. И нам надо было страну защищать. Да. И вот мы пошли. Это мы сейчас... Это мы здесь, когда уже все тихо, все хорошо, спокойно, каждый под собой жареного не чувствует, делят, кто по какой национальности, кто какой национальности, какой кто цвет, чем дышит, глаз. Что что делает, да, вот. Это вот тут вот сейчас. В случае с чего мы же опять объединимся, опять нас этот горе, печаль объединит. Вот сплотит. И наша задача. Вот, но лучше бы не случилось. Молодежь агитировать, да, чтобы... Лучше, конечно, этого не случилось. Вот именно. Лучше, да, бы вот так чтобы держать сплоченным. Вместе. Ну, от опасности никуда не деться, да, поэтому единство нужно сохранять при, да, любом варианте. Правильно. Да. Я хотел бы еще спросить, сколько человек? Вот есть у тебя такие сведения? Да, вот я сейчас, коллега из дагестанской диаспоры говорит, 150 человек, может, мало, говорит, у нас больше миллиона, говорит, ушли на фронт, вернулись половина. 150 тысяч из Дагестана. Да, из Дагестана. Дагестана. 150, ага. Более 150 тысяч человек из Дагестана. А из Узбекистана миллион. Да, больше миллиона там, полная вот эта точная статистика, я не знаю, вот больше миллиона сказали. Про Узбекистан, что ли? Да. Я про Узбекистан не знаю, сколько человек ушел. Понятно. Естественно, там больше. Да, больше народа. Там народа тоже больше было, численность. Как самый молодой. Как самый молодой. Участник нашей беседы. Вот, да. Как молодое поколение, да, воспринимает, в том числе, хочется, да, знать. Вот эти же вопросы мы хотим тебе задать. Да, спасибо за вопрос. И я бы хотел сказать, что все дальше уходит в историю Великая Отечественная война, и поколение, к которому принадлежу я, мне 17 лет, знает о войне не из уст участников, а по рассказам родителей, учителей из фильмов и всяких книг. И мое отношение к войне тоже трепетное. И я бы хотел сказать, что моя семья и даже мои одноклассники и в моей школе мы все свято чтим память бойцов, которые не вернулись с поля боя. Мы уважаем тех, кто еще жив и ежегодно посещает Парад Победы. И мы любим и ценим тех, кто трудился в тылу и на заводах во время Великой Отечественной войны, и кто приближал эту победу всеми возможными силами. Что же касается Азербайджана, то День Победы над фашизмом – это один из самых значимых национальных праздников. И в этот день, 9 мая, все азербайджанцы чтят память погибших, возлагая венки и цветы к могиле неизвестного солдата. Также поздравляют всех оставшихся участников войны, угу, ветеранов. И... Которых год от года все меньше становится. Да, меньше. Ну, в этом году в праздновании в Азербайджане Гейдар Алиев принимал участие снова, да? В Баку. Да. Участвовал непосредственно сам в этих празднествах. Угу. И про роль Азербайджана я бы хотел рассказать, да, во время Великой Отечественной войны. И как бы мы знаем, что победа над фашизмом была достигнута не только благодаря героизму советских воинов. И не менее значимым был вклад в общий подвиг и тех регионов, которые не были оккупированы гитлеровскими людьми, войсками. И зато они сыграли жизненно важную роль в обеспечении боеспособности советской армии. И я бы хотел привести в пример как раз Азербайджан, потому что я сам оттуда, и я знаю больше. То есть вы родились непосредственно? Я родился в Азербайджане. В Азербайджане. Правда, 10 лет сейчас тут, но это не важно. И первое, что бы я хотел отметить, что нефтяники бакинские, они производили до 80% топлива, и как бы это огромный
количество, и 80% горючего для заправки советских танков и самолетов, они как раз поставлялись на линию фронта из Баку, потому что в то время не было альтернативы бакинской нефти, и вот так. И также, кроме этого, это... Ну, топливо надо, ну, как бы, топливо да, это... для самолетов, ну, для самолетов для танков, исключительно и... было бакинское, азербайджанское. Ну и все мы знаем, поэтому, почему Третий Рейх так относился к бакинской нефти, да? Самое качественное топливо, как бы, производилось у нас. Да. И в Баку также производилось более 130 видов вооружений и боеприпасов во время Великой Отечественной войны. И было очень много талантливых военачальников и командиров. Ну, наверное, многие знают Ази Асланова, слышали это имя. Да, генерал Ази Асланов. Генерал, да. Дважды генерал, герой, да. Советского Союза. Да. И его дивизия защищала Москву, участвовала в Курской, да, битве. Очень, да, хорошо. И как бы по статистике, в войне Великой Отечественной с оружием в руках воевал каждый пятый житель Азербайджана. И в то время, на 1941 год, у нас население было 3 400 000 человек. И на фронт ушли 681 тысяча. И при том 10... Это сопоставимо, кстати, с данными по Кировской области. Вот тоже ведь официальная цифра, да, порядка 600 тысяч человек из Кировской области. 10 тысяч из них были. Пропорция где-то так получается, если вот Дагестан около 1 800 000 с лишним тысяч человек, тогда было около 900 тысяч, и 150 тысяч человек. 10 тысяч, это считается, дети, старики там и так далее, да, и так далее. То есть это получается фактически, ну я не знаю, это, почти если... все мужчины уходили. Да, да, вот именно, вот если взять в процентном отношении, это все где-то одинаково получается по всей стране, так? Ну конечно, да. Да, Мурат, это же одна единая наша страна. Да, и как бы более 250 тысяч воинов-азербайджанцев, они погибли во время сражений. Ну, что же касается, опять же, вернемся, что 80% топлива производили в Баку, то было бы очень хорошо, если бы Баку носила имя города-героя, если бы присвоили бы данный титул. Ой, так, да. Эта тема обсуждается, Алексей Ильич? Эта тема, она обсуждается, только сейчас непонятно, кто будет этот титул как бы давать, потому есть, как что раньше у нас нету. Президиум, да, Верховного Совета как бы присуждал, а сейчас, не знаю, может быть, есть смысл, конечно, на межгосударственном уровне и создать такой орган, который бы присваивал как бы это звание. И, да, и даже бывший посол России в Азербайджане Василий Истратов, наверное, знаете его, да, он признает, говорит, что без природных ресурсов Азербайджана не было бы победы в Великой Отечественной войне. И маршал Рокоссовский в своих мемуарах писал, что в каждом рейде советских танкистов, в каждой победе над немецкими фашистскими силами немалая доля успехов принадлежит бакинским нефтяникам, как бы это. Но тем не менее Сталин, а также и другие высокое признание лидеры, они не решились присвоить Баку почетное звание города-героя. Были другие города удостоены этого. Города Беларуси, Украины, России. Ну, прежде всего, конечно, присваивались городам, которые вот непосредственно которые были оккупированы, в битвах и оккупировали, и битвы, которые подверглись нападению, да, да, и сопротивлялись. Это вот когда немецкие войска двигались в сторону... Они взяли Кавказ, шли на Кавказ и двигались на Баку, а у них цель была Баку. Да, они это нефть, тоже в том числе, да, прекрасно понимали, что там вот эти ресурсы надо захватить. И, ну, они двигались и двигались достаточно стремительно в сторону, как бы, перерезать, чтобы... Вы знаете, что попытка была, мы же все знаем, попытка была через Сталинград перерезать, да, Волгу, чтобы не доставлялись. Когда эта неудача закончилась, то была попытка как раз дойти с войсками до, если я не ошибаюсь, до Дербента, чтобы закрыть, как бы... И тогда... Единственная республика была, которая... полностью или частично, на Кавказе имеется в виду, полностью или частично не захваченная вот немецкими войсками. Другие кавказские республики там где-то частями, кусками, там, видимо, были такие захваченные, ну, оккупированные места. И вот Дагестан единственная республика была, которая... Ну, остановили не, фактически, да, именно, да, там. Это, да, я имею в виду. Гитлеровские и вот, войска. За Дагестаном что? Баку.
то есть совершенно Азербайджан. Верно. Непосредственно на близости, вот все, да. Вот тут их и... Я предлагаю сейчас сделать небольшую рекламную паузу. Традиционно у нас в середине часа, мы скоро очень вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Союз нерушимый. Продолжается программа «Союз нерушимый». Мы эту тему посвятили 72-й годовщине Великой Победы. И давайте, Азиз Алиевич, еще напомним наших гостей. Да, сегодня с нами участвует в нашей передаче Алижон Саитов, председатель узбекской диаспоры в Кировской области. Салам алейкум, Алижон. Алейкум салам. Гайдарбек Гайдаров, заместитель руководителя дагестанского землячества Кировской области. Салам алейкум, Гайдарбек. И Мурат Алиев, член молодежного комитета благотворительного фонда «Азербайджан». Салам алейкум, Мурат. Салам. Ну, предлагаю вот еще немножко с Мурадом поговорить все-таки, да, с самой молодой из присутствующих в студии. С нами-то вроде все понятно. Мы как родившиеся в Советском Союзе, да, как это все передавалось. Вот интересует меня, Мурат, ваше поколение. Вот можете вспомнить, сказать, когда память о войне в вашу жизнь вошла? Наверняка это связано вот как раз с предками. Да? Как вот кто рассказал там? Да. Великая Отечественная война, конечно же, не смогла обойти стороной и нашу семью, и мне кажется, нет ни одной семьи, которая бы эта война бы не задела. И у меня воевали два прадеда, Алиев Ахат Гаджиоглы и Манафов Бабулар Заоглы. Я бы хотел рассказать о них, но о них как бы я знаю очень мало информации, потому что мне... От них только у меня остались две фотографии черно-белые, но это уже после войны. Конечно. То есть они благополучно войну прошли все-таки? Или да, неблагополучно? Не очень, но все, как бы вернулись живыми. Алиев Ахат Гаджиоглы, у меня родился в 1906 году в городе Ленкорань, это недалеко от Талышских гор. Да, да, да. И у меня родня вспоминает, что он был достаточно высокого роста, как бы, и говорят, что он был спортивного телосложения. У меня, кстати, прадед 904 года рождения. 906-904. И он женился и воспитал троих детей. И 30 лет он проработал в пекарне. И он был мастером и, говорят, хорошо готовил. И в 1942 году его позвали на войну. Призвали. Призвали. Да. Он сразу же начал собираться и отправился защищать родину. И он стал рядовым в РКК. Это рабоче-крестьянская Красная Армия. Так называлась вначале, да. С 13 января 1942 года. И на войне как раз в результате взрыва он потерял правую ногу до колена. И был доставлен в госпиталь, соответственно, где ампутировали ему ногу. И за свое мужество он получил медаль за отвагу. Это хранится ваша награда в семье вашей? Ну, она у нас хранится в Азербайджане. И на сайте мы тоже можем заходить, смотреть на сайте, где... Сейчас несколько ресурсов есть. Там и «Победа», они все, сайт, кстати, у меня «Подвиг народа». Сейчас вот, да, есть эти ресурсы, где можно найти информацию. Да. Ну, про него мне даже рассказывали одну историю. Ну, эта история хранится в семье. Говорят, что как-то дед сидел в деревне в спокойную пору войну со своим другом. И у него как бы с дома еще была привычка ждать всех и потом уже начинать есть. И, ну вот как-то друг ушел, и он его ждал в этот момент. И как бы на них напали враги. И начался бой, и у меня прадед, не смог поесть и остался голодным. Ну, на 2 недели держался только на одной воде. Две недели, это точно. У него спрашивали на одной воде, потому что битвы шли. И после окончания он обещал себе, что как подадут еду, то он сразу будет есть молча и быстро, и до конца, и никого не ждать. Да. И до конца жизни он держал это обещание. Но это единственная история, как бы, одна. Ну, это, знаете, как привычка, слышали, наверное, да, многие люди, пережившие ту же блокаду, закупали тот же самый хлеб, там, не понимая, да, уже того, что хлеб и завтра тоже будет продаваться, его можно будет купить. Ну, ты с Володей согласись, что история, как бы, она наложила отпечаток на наших предков, ну и на меня, например, тоже, потому что наши предки очень трепетно относились к куску хлеба. И я, например, тоже, мне очень сложно пройти мимо лежащего на полу кусочка хлеба, который иногда, потому что это то, чем вот люди дорожили. Вот этот кусок хлеба, он
видимо, вот наша история наложила такой отпечаток. Я думаю, у всех нас с детства такое трепетное отношение к хлебу. Да, но, к сожалению, хлеб выбрасывать видим, нельзя. Да, да. Не совсем да. То. Но, Мурат, я хочу еще тебя спросить, ты вот, ну, вот какие-то вот знаменательные факты или там статистику какую-то. Вот. Ты сказал, что 680 тысяч, да? Сколько героев Советского Союза, значит... Я эту статистику, если честно, очень... Ну вот, если я не ошибаюсь, то 130 героев Советского Союза и, значит, там около 30 кавалеров Ордена Славы вышли именно из азербайджанцев, да. Да, азербайджанцев, вот эти цифры потом. Ну, Мурат, может, не знает, но я могу, например, сказать, что родиной коктейля Молотова, то есть местом рождения коктейля Молотова, стал сжигательной смеси, да? Да, потому что Бакинский химический завод, и автором его был, боюсь ошибиться, но химик по фамилии Мамедалиев. Значит, и задача ему была поставлена прямо, ну, центральной ставкой, ну, всем она была поставлена, но именно Баку разрешилась эта задача, потому что вы знаете, что у нас в начале войны был дефицит с гранатами, и нужно было средство, которое было недорого. Ну, максимально эффективно. Да, максимально эффективно и быстро могло как бы поджигать вражеские двигающиеся аппараты, танки, бронетранспортеры, ну, и так далее, и так далее. Вот такие вот, значит, интересные факты. Хочу еще в современную задачу свернуться, гости уважаемые. Как в Узбекистане, в Дагестане, в Азербайджане в настоящее время вот чтится память погибших? Какие символы присутствуют? Ну, понятно, что парады проводятся, там, вечный огонь, обелиски, бюсты героям. Это все есть? Да. Так, давайте только не хором, давайте Алижон, представитель узбекской диаспоры. В Узбекистане 9 мая как День памяти. Конечно, вот в начале мая обычно вот люди собираются вот перед праздником, да? Прекрасная погода. Да, погода очень хорошая. Как субботник устраивает везде, как бы прибирается. И день памяти они пойдут к могилам. И, ну, там, знаете, не такой праздник. Знаете, вот мы, ну, совершается мы, молитва. Да, да, вот молитва, плюс вот молитва и вспоминаем мы. Там, знаете, вот не такой праздник, например, День города или какой-то. Ну, без, вот без веселья, как без, день памяти, без застолья. Да-да-да, без веселья, да. И собираются вот семьи, мы, да, иногда вот люди вот собираются не только семьи, вот и друг к другу ходят и вспоминают о тех людях, которые вот служили или остались вот... Ну, просто поле, общаются, да, вот с такой долей, да. Да, с долей скорби, вот, да, такой вот уважения, да. Дани. И так и вспоминает о подвигах людей. Ну, такой не праздник, вот как День памяти. Вот А вот, например, в России там принято в День Победы, там, чуть раньше, чуть позже показывать именно фильмы о войне. Да, тоже да, это все присутствует, тоже, да, по телевидению? Фильмы показывать, абсолютно, да. То же самое, все, да? Одинаково. Да. Но ведь в России ведь тоже как бы молитвы совершаются, значит, по убиенным воинам. Как бы, да? И еще самое главное, на русском языке обычно. Составляется, потому что мы все понимаем, потому что вот фильмы... Это наш общий, да. Редко, ну, может, с сурдопереводом или какие-то, вот, но только на русском, и вот, и все люди понимают русский язык, и смотрят фильмы только на русском. Там. А современные фильмы, кстати, в Узбекистане снимаются? Современные тоже есть, да. Просто у нас это принято, да, обычно какую-то киноновинку, посвященную Великой Отечественной, показывается, презентовать 9 мая. А в современных, да, вот, современные фильмы тоже есть, вот, ну, там, да, вот, узбекские актеры играют, и вот местные... Русские вот, и украинцы, вот, которые актеры есть, тоже они участвуют. Тоже фильмы хорошие. Они, ну, в общем, не забывают про вот этот Великий Отечественной войны у нас. Гайдарбек. Ну, то же ближе самое. К микрофону, как в Дагестане. То же самое. То же самое. Так же вот так все, ну, и вспоминают, и молятся. У каждого, почти у каждого, наверное, в семье там... В Дагестане именно имеется в виду, есть люди, предки, которые не вернулись с войны. Естественно, их не забудем. На могилы ходим, на могилах вспоминаем. И все вы знаете Расула Гамзатова и песня «Журавли». Он написал стихи и поет его, где первый куплет поется так, что «Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю...» «Не в землю наши полегли когда-то, а превратились...»
Журавли. Да. Белых журавлей. Белых журавлей, да. 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 Так, что-то еще Мурат все-таки хотел еще добавить, ну, к нашей Мурат, беседе. Наверное, Мурат, я не знаю, когда последний раз был в Азербайджане на празднике. На празднике, не помню, но это летом был. Но на празднике, мне кажется, потому что каждый год на праздниках 9 мая я в Кирове это праздную. А, кстати, в Азербайджане выходной день 9 мая? Да, это выходной день. Там проводятся официальные праздничные мероприятия в это время. Все ветераны получают премии, дополнительные денежные вознаграждения. Какая-то как вот. Принято. Кто хочет ехать в Москву, тем создают как бы условия для того, чтобы поехать в Москву. А официальное приглашение. Официальное приглашение, оно присутствует же каждый год. То есть любой ветеран, он, причем что как бы с российской стороны никогда не бывает никаких препятствий, если ветеран хочет приехать на Красную площадь. Если на... ему позволяет, собственно, состояние здоровья, состояние здоровья, родственники не против. Да, и Россия в этом случае, даже, по-моему, бесплатные билеты, так сказать, раздаются ветеранам, желающим прилететь. Вот, я просто Мурада тут как бы немножко заменяю, потому что... Ну, Мурат волнуется, во-первых, все-таки. Да, и... В нашей студии впервые, да. Да, и в Азербайджане очень широко этот праздник. Он считается Днем Победы, он считается Днем Победы, и к нему так и относится. Это наша общая победа, и вы знаете, что, соответственно, и фильмы, и на русском языке. Да. И перевод на азербайджанский тоже есть. И перевод есть, но ну, вы знаете, что большинство в Азербайджане практически как бы очень много людей говорит на русском языке. Тем более, в Баку вообще очень... Русский в Азербайджане почти что государственный язык, так сказать. А, кстати, парады с проездом военной техники. Да. Тоже все присутствует. Ну, да? Все да, присутствует. Да. Сухопутные войска проходят, военно-морские силы страны. Mm-hmm. Ну и кульминация праздника, Дня Победы, конечно же, салют. Тоже у нас происходит в Баку. Ну, салют вот на фоне моря, это, конечно... В общем, конечно... такой подвывод можно сделать, что, слава богу, на протяжении последних 72 лет мы с вами одинаково, в общем-то, чтим память, да? По тем самым канонам, которые были заложены много лет назад. У нас был общий враг, да, и если бы мы в это время не были бы вместе, я не знаю. И общая победа. Да, и поэтому мы достигли общей победы, и... Я думаю, что каждый, кто вспоминает своих родственников, мне иногда хочется людям, которые начинают там делить и говорить, там, может, не может тот или иной человек там на какой-то земле присутствовать. Я хочу всем сказать, что земля, на которой шла борьба с фашистами, она пролита кровью всех народов бывшего Советского Союза. Там она пропитана и удобрена и кровью всех народов. И я и своего отца вспоминаю с тяжелым ранением, который закончил и был живым возвращен с Кронштадта, значит, с Кёнигсберга, с тяжелым ранением. Да. Вот, и поэтому... В общем, память жива. Да. Ну, да. Я, кстати, хочу спросить наших гостей. Это Мурат Гайдарбек, ну, все-таки вы уже мудреные мужи, своим-то детям передаете? Рассказываете? Да, обязательно. Вот дети, вот я вот третий год я хожу, вот здесь вот как стал главой диаспоры, вот я обязательно мы с детьми ходим на парад. Ну, вчера, конечно, вот на этот праздник, да, вот немножко погода вот такой ухудшилась. Не повезло, да. Не повезло. Да. А так вот дети обычно ходят с нами, и вспоминать. Мы даем им эти то, что вот, в память, чтобы они у них остались, и они чтят даже. Вот у меня ребенок в 8 классе учится, он уже всех дедов, это моего дяди даже, он все знает про историю. Когда я начинаю спрашивать, так он все отвечает, потому что мы должны вот детям, вот испокон веков надо, должны вот историю не надо вот стирать, чтобы дети, они наши, вот поняли, что вот все вот в Советском Союзе, все национальности, все, несмотря да, на национальности, воевали, и вот что это общая победа, чтобы они знали. И дружили, конечно. Ну, истекает время нашей программы. Гайдарбек, если есть что добавить, несколько секунд. Да. Надеюсь, или все-таки уже такое волнение, что... Да, у меня уже немножко вот так вот получилось, что я не смог даже... вместо слов лучше. Четыре строк не смог до конца сказать. Меня вот комок подобрался к горлу. Это великое, это великое художественное творение, в которое вложена и скорбь,
Да. И радость за победу, да, и поэтому да, любого нормального детям, человека это должно трогать. Детям это все не передавать, детей об этом, детям об этом не рассказывать, детей не воспитывать в этом духе просто преступно. Это нельзя. Если им сейчас мы не будем прививать, не будем говорить историю, они потом это им, наверное, не нужна, не надо будет, им, у них будут другие ценности. А эта ценность, это наша история, ее мы должны все знать. Несмотря, что у меня такой возраст преклон, у меня маленькие дети, 5, 6 лет, 7, 10 лет, они в школе проекты на эту тему делают, военную. Естественно, дома мы об этом и говорим. Увы, завершается на этом наша программа. Времени, как обычно, не хватило. Можно было бы и продолжать. Но хотя, в общем-то, основную мысль, я думаю, мы сегодня донесли, что победа – это наше общее национальное дело. Да. И ни в коем разе не нужно допускать того, чтобы такая трагедия повторилась. Спасибо нашим гостям. Алижон Саитов, Гайдарбек Гайдаров, Мурат Алиев, Азиз Агаев. Владимир Сметанин. Да, прощаемся. Еще раз всех с Днем Победы. Да. Союз нерушимый.